Всем приветик. Опять Lenovo ThinkPad. Давайте проверим. Подключаем питание. Вот здесь загорелась вилочка зелененьким. Аккумулятора у него нет. Открываем. И включаем. А он не включается. Что делать, ребята? Он-то не включается. Вообще, ноль эмоций. Ну ладно. Приветики. Все равно я его хотел разбирать. Так. Ну, приступим. Не, наверное, это не пойдет. Тогда это. Так. О, это крутить надо. Это надо крутить. А крутить или нельзя? Ничего себе, машинка интересная. Вот этот взять. Так, может этот? Револьверный. Так. Где-то тут у меня. О! Ну, в принципе, нормально. Или вот эту взять. О! Я думаю, что все пригодится нам. И начнем. Клавиатуры. Вручную не хочу крутить. Посмотрим, как этот будет работать. Это же тоже надо использовать как-то. Да что ты? Так сильно закрутил. Так сильно закрутил. Но он поддался. Та-дам! Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь делается. Застыла паста. Застыла. Здесь мое ноу-хау. Теплопроводная керамика вместо резинки. Ну, подсохла паста, да, подсохла, ребятки. Все это будем смывать. Здесь тоже. Так что вот так вот. Сначала с этим разберемся. Потом с камнями. А вентилятор-то пыльный. В общем, такое было дело, что когда вот так сильно прижмешь кнопку эту, вот так вот сильно прижмешь, тогда он включался. Погнали, разбираемся с вентилятором. Посмотрим, чем будем отмывать. А может, положим какую-нибудь бумагу, газету. О, газету. И на ней будем свинячить. Магнитики вернем на место. Хорошие. Так. Наверное, надо взять какие-нибудь салфетки. А это прикипело, это хорошо. Воздухом давайте его. Радиат. Добавим зубной пасты. Без нее никак. Добавляем супер жидкость, которая восстанавливает контакты, убирает окислы. Она еще выталкивает влагу и оставляет пленку. Протираем сверху. Вот какая красота получилась.
Ставим скотч. Греем феном. Красота. Камни на разном уровне стоят. И на этот камень была в оригинале толстая прокладка термо. И я сейчас буду ставить ее на вот эту штуку. Использовать будем вот такую термопасту. Малютка, да? Ну и все. Пасту поменяли, вентилятор почистили, теперь собираем. Вентилятор не крутится. О, сколько много программ тут. Айду инжиниринг включим. Думает, а вентилятор крутится. Посмотрим, как будет греться наши камни. Все работает. Интернет работает. Запись идет, записывает. А вот звука нету, ребят. Думал, заела кнопка, нифига. Заела кнопка у него. Давай чини. О, заработало! Плохой контакт! Ну, будем клавиатуру ставить. Будем клавиатуру ставить, поправим. Вон запись. Рендирую видео, смотрим температуру. Два 900, 44, 46, 49. Вот это самая опасная температура тут. Если будет большая, то хлобысь и все. На этом компьютере я первые видео делал на своем канале, ребята. Думаю, еще старичок поработает. 1947 оборотов. Центральный процессор 39 градусов, первое ядро 37, второе ядро 35, сейчас 42 первое, второе 42, 43, 1900 оборотов. Хрипит что-то. Слышали свой голос? Значит, настроили Skype правильно. Если же вы слышите это сообщение, но не слышали свою запись, то настройка записи звука выполнена неправильно. Проверьте свой микрофон и его настройки, или обратитесь на веб-сайт skype.com. Не, мы никуда не будем обращаться. Пока, пока, пока. Слышите стерео? Обновление хочет. Нет, я не буду тебя устанавливать. Я вот эту штуку лучше запущу. Пускай компьютер мне чинит. Ошибки ищет. Вот найдена одна проблема. И еще найдет. А вы не помните, куда я не прикрутил этот болтик? Каждый раз остается лишний.